Вся наша жизнь подчинена строгим правилам. Ни одно правило не может существовать без числа. В конечном итоге, все наше существование – это грандиозная числовая структура. В основе всего лежит идеальное число, которое создает гармонию космоса. Так считал Пифагор. Стоит ли вспоминать теорию золотого сечения, которая гласила, что число находится не только в основе космоса, но также и в основе понимания прекрасного самого по себе, а значит, идеальное число по своей сути есть прекрасно. In safety and numbers, waiting for my time, waiting to come in. You'll need a patient waiting line. Got a uniform, a crush to keep me warm. So come on. Каждый раз, когда я пытался понять мир, я наталкивался на числа. В конечном итоге число стало призмой, через которую я начал смотреть на жизнь. Моя спутница, которая всегда была рядом, помогла мне смотреть на мир другими глазами, рассмотреть его в цвете. Вот только есть одна проблема. Мою спутницу могут увидеть не все. Scratching at the seams, the ceiling cannot hold the weight of all our clashing dreams. Found a brand new friend. Мы постоянно занимались коллекционированием всего, что несло на себе отпечаток числа. В конечном итоге наша увлеченность переросла в манию. Вместе мы пытались увидеть идеальную систему во всем, начиная от номера на талончике, заканчивая числом домов и подъездов. В какой-то момент я перестал замечать явления и людей, которые меня окружают. Вместо них видел стройную числовую структуру. Она напоминала мне зеркало истины.
place, you jump into the sound till the floor caves in around.